Я уже не знаю, что реально, а что нет. Я знаю, что совершил ужасную ошибку. Спасибо, что приехала. Дай старику шанс. Ты носишь его внука. Похоронный дом Фейнберга. Рад тебя видеть, пап. За новые начинания. Лихаем. Лихаем. За жизнь. Что случилось? Самоубийство. Возможно, я кое-что нашел. Нож с надписью. Это древнее защитное заклятие. Оно запирает демона внутри тела. Но кто в современном мире может заниматься такими вещами? А что, если кто-то может? Она древнее зло. Похитительница детей. Она насылает видения. Внушает ложные чувства. Идет на все, чтобы получить желаемое. Привести дитя на алтарь.